пошел. Ой, да. Это удар по нефтебазе в Кировской области, в 1500 километрах от границы с Украиной. Из-за налета беспилотников загорелся склад нефтепродуктов в городе Котельнич. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Война заходит вглубь территории России. Незадолго до атаки по резервуарам с нефтепродуктами на комбинате «Вятка» из-за угрозы нападения дронов была ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. Татарстан граничит с Кировской областью. А это мощный пожар разгорелся на нефтебазе после атаки дронов в Каменском районе Ростовской области. У трассы М4 Дон загорелись 30 цистерн с топливом, написал телеграм-канал «База». Утром 29 августа, по словам водителей, проезжавших по трассе, на нефтебазе ночью взорвался и загорелся еще один резервуар. Только что прямо сейчас Тушение пожара продолжается четвертый день. В той же Ростовской области уже 2 недели тушат пожар, возникший из-за атаки дронов на нефтебазе в Пролетарске. Судя по спутниковому снимку от 28 августа, активное горение нескольких резервуаров с топливом прекратилось, но пожар продолжается. В Омске в понедельник, 26 августа, начался пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. По данным местных СМИ, возгоранию предшествовал взрыв, который слышали в разных частях города. Но всей этой картины подрыва нефтебаз и резервуаров с топливом на российских федеральных телеканалах нет. Волноваться не стоит, убеждены аналитики по газу и нефти. Топлива для войны в стране достаточно. Удары по нефтезаводам чувствительны, но не настолько, чтобы фронт остался без того же дизеля. Между тем, почти месяц идет реальная война на территории России в Курской области, которую Кремль тщательно пытается маскировать, выдавая за мелкие неприятности. Сгустить краски попытался исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, но Путин быстро поставил его на место. Курская область. Смирнов Алексей Борисович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Ну, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Российская пропаганда делает все, чтобы скрыть реальную правду того, что происходит в Курской области. В отчетах военных сплошная бравада и уверенность в своих силах. Враг немножко двигается, да. Мы заняли сейчас позиции, которые нам были отведенные. Поэтому дальше никуда не сдвинется, мы их остановим в любом случае. Но враг выдыхается, я думаю, что они уже опять это отошли далеко. Вглубь, поэтому сейчас у них ни провизии, ни быка, это все на подвоз, поэтому мы сейчас, в ближайшее время, я думаю, будем уже назад их откидывать. Между тем, по данным Киева, под контролем украинской армии около 100 российских населенных пунктов и территория почти в 1000 квадратных километров. ВСУ также завозят на захваченную территорию журналистов, в том числе из западных изданий, и демонстрируют свою картину успеха. Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Вот мы находимся сейчас в Судже. Собственно, можете меня поздравить. Я, наверное, стала уголовной преступницей сегодня по российскому законодательству. Война войной, но выборы никто не отменял. В том числе и губернаторские, которые должны пройти 8 сентября в день единого голосования. Досрочные выборы губернатора 28 августа все же стартовали. Хотя по закону Центризбирком мог вообще отменить их из-за введенного в регионе режима чрезвычайной ситуации. Но предпочел этого не делать. Мол, не так страшна война, как безвластие, объяснила глава ЦИК Элла Памфилова. Очень важно в таких условиях, я так понимаю, видимо, жителям Курска иметь понятную, определенную власть. Вот это период безвластия в таких случаях, неопределенность может приводить еще к более трагичным последствиям. Поэтому есть такой запрос. Ну а что Путин? Он спокойный, хладнокровен, по крайней мере, на публике.
Хорошие новости для него приходят из Донецкой области, где российские войска берут город за городом. Кремлевский руководитель много путешествий. Только за август месяц он побывал в Азербайджане, в Беслане, в Кабардино-Балкарии, заезжал в Чечню к Рамзану Кадырову, а теперь едет в Монголию. Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда, которая теоретически обязана его арестовать. Но этого не произойдет, считает Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря Путина, у Кремля прекрасный диалог с друзьями из Монголии. А поводом для встречи в верхах в Улан-Баторе стал праздник по случаю 85-летия победы СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхин-Гол. А это уже любимая тема Путина – справлять памятные даты, связанные со Второй мировой войной. Как победитель. Сегодня мой гость украинский журналист Дмитрий Мороз. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую. Критическая ситуация на Покровском направлении Донецкой области. Российская армия берет один населенный пункт за другим. Что сегодня сейчас происходит там? Ну, действительно, российская армия после того, когда взяла Авдеевку, все ожидали, что это будет оперативная пауза, Россия начнет накапливать войска, и, в принципе, все украинские эксперты об этом говорили, но этого не произошло, и это было неожиданностью. И Россия начала наступать дальше, и как мы уже удостоверились в том, что брали один населенный пункт за другим, и сейчас вот образовался такой выступ, как мы можем видеть на карте, да, возле города Курахово, там вот есть город Покровск, и существует вероятность того, что российская армия может в ближайшее время взять город Покровск. Конечно, если это произойдет, то это будет большой успех для российской армии и большие проблемы для ВСУ, потому что Покровск – это не просто крупный населенный пункт, это центр целой агломерации, как мы видим, населенных пунктов. И российская армия получит, скажем так, высоты, на которых они смогут располагать РЭБы, и это усложнит дальнейшую работу для ВСУ. И вот здесь есть город Курахово, внизу там есть тепловая электростанция, которая дает электроэнергию, и, естественно, если это будет захвачено, то это будет большая проблема для энергетики Украины. То есть, если это не катастрофа, то это будет тяжелейшая ситуация для ВСУ. Да, это будет тяжелый удар, да. А какова ситуация на другом горячем участке? Курская область, Россия. По версии Киева, около 100 населенных пунктов контролируются украинской армией, и тысячи квадратных километров находятся под контролем ВСУ. Какие там подробности? Да, курская операция была довольно успешной, но сейчас уже наступление ВСУ там затормозилось. Еще есть небольшое продвижение со стороны, ну, скажем так, на юге вот этого выступа, и ВСУ идут уже ближе к Белгородской области. Вот. Но, как мы знаем, по заявлению некоторых экспертов, большого успеха эта операция не заимела, но, как по заявлению Генштаба Украины и самого Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, благодаря этой операции удалось остановить наступление на Харьков, и некоторые силы российской армии были оттянуты из Запорожской области, ну и тем как бы вот для ВСУ дали небольшую передышку. Но в любом случае, по последним сообщениям, наступление ВСУ там затормозилось. Есть еще одно опасное место – это граница Украины с Белоруссией под Гомелем. Стоит ли ожидать какой-то провокации со стороны Александра Лукашенко, если он вдруг неожиданно двинет белорусские войска в сторону Украины? Да, я на эту тему общался с военными. В принципе, это было ожидаемо, что со стороны Беларуси что-то подобное случится, тем более, когда ВСУ начали операцию на Курскую область, это было довольно-таки прогнозируемо. Да? И мы знаем, что белорусская армия вместе с российскими силами собрали там небольшую группировку войск в 50 километров от украинской границы в районе Гомеля, проводят якобы военные учения, но опасно чем? Тем, что большое количество техники, танки, РСЗО, и все это выглядит очень, скажем так, нервно, если зная то, что основная часть ВСУ находится все-таки на Донбассе и на востоке Украины.
С нами на связи наш коллега военкора «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Он работает прямо на линии фронта. Марьян, знаю, что ты сейчас находишься в Покровске. Расскажи, пожалуйста, о ситуации там, что происходит, какие... Существует ли вероятность того, что этот город может быть захвачен в ближайшее время? Станом на зараз Покровску тихо, але чути канонадові бої. Сейчас в Покровке тихо, но слышны канонады боев. В центре города уже слышно, как работает артиллерия, как российской армии, так и вооруженных сил Украины. Мы как раз снимали, как люди эвакуируются в другие части Украины. Возможно ли, что российская армия оккупирует Покровск? В этой войне возможно все. На этом направлении российская армия очень активно продвигается. Они очень быстро захватили Новгородовку. Она тут за 10 километров от Покровска. То, что армия России подойдет близко к городу, вероятность очень высокая. Но ожидается, что ВСУ найдут пути, чтобы остановить наступление армии. Как говорят военные, Россия кинула на это направление самые боеспособные подразделения. Они почувствовали этот успех и пробуют продвинуться дальше. На этой волне их пробуют остановить и применяют все, что есть у вооруженных сил Украины. Все, что есть в наявности в вооруженных силах Украины. Марьян, а в чем причина отступления ВСУ? Вот, я знаю, ты очень давно и плотно работаешь по теме войны в Украине. Ты настоящий военкор. Это усталость, либо еще есть какие-то другие причины? Ну, передовсім нагадаю, що війна триває 10 років, повномасштабна. Ну, прежде всего напомню, что война длится уже 10 лет, полномасштабная уже третий год, и очевидно, что ВСУ устали. Но я думаю, что это связано с тем, что Россия изменила свою тактику. Это прослеживается и на Торецком направлении, и, в принципе, вдоль всей линии боевого столкновения. Тактика заключается в том, что российская армия малыми группами, а иногда это по 2-3 человека, заходит вплотную к ВСУ, потом происходит накопление сил. Если эти силы удается разбить, продолжается атака бесконечно. Российская армия применяет здесь большой человеческий ресурс. Они умирают здесь, но все равно продолжают идти по трупам. И в определенный момент времени, представьте себе, накапливается 100 человек, которые идут против условно 5. Рано или поздно они зайдут в один дом, другой и так далее. ВСУ пытаются искать тактически качественное положение, чтобы иметь возможность на господствующих высотах сдержать войска Российской Федерации. Ну и проблема в том, что в России больше боекомплекта, в том числе и авиации, управляемых авиабомб, артиллерии, что истощает возможность вооруженных сил Украины. Иногда против одного снаряда ВСУ летит 7 российских снарядов. Совокупность этих факторов, плюс то, что не хватает людей, это позволяет российской армии продвигаться. Это требует каких-то резких решений верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины, на которые пойдут или не пойдут, чтобы изменить ситуацию в Покровске. Но сейчас российская армия продолжает атаковать это направление. Станом на зараз российская армия продолжает атаковать цей напрямок. Все мы знаем такого человека, как Юрий Бутусов, да, это главный редактор украинского издания «Цензорнет». Вот он очень часто в последние дни обвиняет в провале под Покровском многих командиров ВСУ, в частности, Верховное командование и на региональном уровне. В частности, он критикует Курскую операцию. Как ты считаешь, это имеет под собой какой-то грунт? Я не готов комментировать слова Юрия Бутусова, тем паче когось обвинувачу. Я не готов комментировать слова Юрия Бутусова, тем более кого-то обвинять. Но я могу сказать, что Курская операция позволила оттянуть те или иные силы. Ты много общаешься с украинскими военными за последние несколько лет, 10 лет, да. Скажи, пожалуйста, какой сейчас морально-психологический дух у украинских бойцов ты наблюдаешь? Тут по-разному ситуация, зависит от людей. Ну, здесь разная ситуация, все зависит от человека. Кто-то имеет силу воевать дальше, кто-то уже устал. Давайте так, война – это не прогулка по улице, это очень сложный процесс, где гибнут люди, где 24/7 усталость. Большинство людей устали, но работают. Люди выснажены, но работают. Марьян, и у меня есть к вам вопрос. Людей эвакуируют из Покровска и других населенных пунктов, но кто-то, видимо, останется. Какова будет судьба этих людей, если туда придут российские войска? Есть ли какая-то гарантия, что к ним отнесутся, ну, не так, как относились в других городах, в Буче и в Гостомеле, и в других населенных пунктах? Есть ли какой-то план «Б»? Що буде з людьми в окупації, складно передбачити. Что будет с людьми в оккупации, сложно предугадать, потому что мы не можем представить себе, на что способна российская армия в подконтрольных ей населенных пунктах. Попадут ли мужчины в российскую армию, их отправят на фронт, вывезут ли детей на территорию России, что будет с людьми преклонного возраста, никто не знает. Мобилизированные новобранцы не спасают ситуацию сейчас на передовой?
складне запитання, чи рятують вони чи ні, тому що... Это сложный вопрос, спасают или нет. Все зависит от людей, навыков и мотивации тех или иных бойцов, которые пришли воевать. Иногда мобилизованные выполняют те задачи, на которые не способны кадровые военные, и наоборот. Ситуация разная, как война. Вона є доволі мінливою. Мар'ян, спасибо вам за ваш рассказ, за ваши комментарии. Нашим собеседником был Мар'ян Кушнир, военкор Радио Свобода, который работает на линии фронта. Дмитрий, что может спасти от поражения в Донецкой области украинскую армию? Я думаю, что, как многие говорят, может спасти чудом. На самом деле, я думаю, что боевая выучка и одной, и другой стороны. Я думаю, что, скорее всего, российская армия в какой-то момент остановит свое наступление, потому что по сообщениям с передовой они тоже сейчас действуют на грани своих сил. Вот, и будут накапливать силы, тем более наступает осень, распутится, зима, всем нужно подготовиться к будущему наступлению. А как мы видим по настроению и Генерального штаба России, это наступление все-таки они планируют. Спасибо, Дмитрий, что приняли участие в нашей программе. Моим гостем и собеседником был мой коллега, украинский журналист Дмитрий Мороз. Мой собеседник, историк и религиовед Николай Митрохин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете эффект Курской операции ВСУ сегодня, когда российские войска прорываются к Покровску в Донецкой области? Ну, мы наблюдаем ситуацию в динамике в течение 3 недель и заметно сокращение российского натиска на большинстве направлений, где он был в июле. Таким образом, определенный эффект от этой операции был для Украины и ВСУ. Другой вопрос, что даже начиная операцию, ВСУ не блокировали российский прорыв на Покровском направлении. Непонятно, почему это не было сделано. И, соответственно, как бы россияне получили возможность активно развивать это наступление. То же самое как бы происходит вокруг Торецка, не будем о нем забывать. Вот. Но в других местах, например, в том же Часовом Яре, который активно штурмовался в течение июня-июля, так сказать, ситуация стабилизировалась. Вот. На Харьковском направлении бои более-менее утихли. Вот. И на Запорожском направлении. Так что как бы эффект, я бы сказал, амбивалентный. Вот. Но, скажем так, недостаточное внимание, недостаточная блокада российского прорыва на Покровском направлении, конечно, перечеркнула все те, возможно, позитивные моменты, которые как бы дала Курская операция для ВСУ. Скажите, а вот является ли Украина государством-оккупантом в Курской области? И как это, на ваш взгляд, преподносят в Киеве? Ну, она, безусловно, является государством-оккупантом. Другой вопрос, что как бы не она начала войну, и, соответственно, в Киеве видят, что российские войска спокойно переходят границу и атакуют границы Харьковской области, хотя даже по путинской конституции, при всей там условности, так сказать, российского законодательства, Харьковская область является украинской территорией. Спрашивается, ну, с точки зрения Киева, если... так сказать, вы воюете в Харьковской области, почему мы не можем воевать в Курской? Вот, соответственно, как бы объяснение, но объяснение, которое дал Зеленский вот на встрече с иностранными журналистами, оно было, прямо скажем, слабое в логическом плане. Он начал объяснять, что если бы мы не начали наступать в Суджетском районе, то российские войска ударили на Сумы. Что, мягко говоря, неправда, поскольку из-за неудачного для России наступления в Харьковской области планы на наступление в Сумы были отменены. И группировка российская в районе Суджи как раз переместилась, была распущена, и большая часть сил переместилась в Харьковскую область. Вот. Так что оправдывать свое наступление якобы грозящим наступлением россиян, на мой взгляд, неправильно. Николай, а что скрывают украинские власти в истории с гибелью пилота F-16 и самого самолета? Ну, мы должны дождаться, конечно, итогов экспертизы, но довольно очевидно и
У нас есть прямые свидетельства, типа Марьяна Безулова, у которой свои источники информационные. Ну и вообще по логике, судя по всему, так сказать, самолет либо стал жертвой дружеского огня, так сказать, противовоздушной системы, либо проблема в недостаточном уровне подготовки пилота, поскольку украинские пилоты проходили ускоренные курсы. Как бы то ни было, фактически в первом бою Украина потеряла дорогой самолет, как бы, на который было столько ставок, так сказать. Теперь, видимо, с использованием F-16 возникнет пауза, пока не разберутся, в чем причина и как эти проблемы можно ликвидировать. А как бы вы охарактеризовали заявление Зеленского по поводу Покровского наступления? Это трезвая оценка или все-таки попытка уйти от серьезного разбора и разговора? Ну, мне непонятно, как бы. То есть я бы сказал так, что любые заявления мало чего стоят, как бы имеют смысл только конкретные действия. Условно говоря, пока мы не увидели, так сказать, резкого усиления группировки ВСУ на Покровском направлении и, скажем так, возможно, контратак, которые бы могли вернуть потерянные позиции, вот, но это все останется как бы словами. А как вам реакция Запада на ситуацию на фронте, как на Покровском направлении, так и в Курской области? Ну, честно говоря, реакция Запада, которую мы в основном знаем из материалов СМИ, журналистов, потому что официальных заявлений политиков не было особо много, она довольно шокированная, да, потому что все привыкли, что ВСУ там медленно, пятясь, отступают. А тут такие потери за такое территориальное, за такое количество времени. Вот, поэтому я думаю, что еще Запад политически находится в летних отпусках, по большому счету, да, так сказать. Вот, и вряд ли там раньше второй декады сентября из них выйдет. Вот, но это самое, возможности оказать какое-либо влияние или давление на Украину по поводу конкретных территориальных проблем самой Украины у Запада довольно ограничены. Скажите, а насколько умело Кремль манипулирует ситуацией в Курской области, выдавая ее как мелкие неприятности на одном из участков фронта, хотя по факту это потеря сотен квадратных километров российской территории? Ну, Россия большая, что называется, так сказать. Население привыкло к тому, что это самое, то к ней прибавляется что-то, то от него что-то убавляется. По-моему, большая часть населения просто равнодушна к этим проблемам. И как бы на самом деле не заметит, даже если ВСУ дойдут, условно говоря, до границ Тульской области. Основная масса населения это будет довольно равнодушно воспринимать. Там бои за Тулу – это уже серьезно. А до Тулы как бы россияне из основной цепочки городов, там Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Урал, так сказать, им это довольно безразлично, по-моему. Ну скажите, а вот Путин, на ваш взгляд, он действительно спокоен или он все-таки переживает? Как вы думаете? Ну, я вижу, что очень неспокоен Зеленский. И вот его риторика на тему Путина перешла просто к личным оскорблениям, да, непрерывным, что говорит о его нервозности. И сам он выглядит, мягко говоря, сильно невыспавшимся человеком. Вот. Путина мы видим редко, Путина мы видим в записях, Путин в своем более-менее обычном регистре. Скажите, вот этот вопрос задают многие. Станет ли Россия превращать захваченные ВСУ населенные пункты в Курской области в Бахмут и Авдеевку, превращая их в пыль? Как вы думаете? Да, безусловно, но когда это только будет происходить, когда начнется российское наступление. Я думаю, что с учетом нынешних темпов, так сказать, возможно, оно начнется не раньше там ноября, условно говоря, пока войска собирают. Но вопрос в другом, не уйдет ли Украина за это время из этих территорий в рамках какого-то там обмена. То есть вы считаете, что люди, здания, построения – это не преграда для российской армии, это легко могут превратить в то, что они превращают российские города. Украинские города, простите. Простите, но да, с моей точки зрения, для обоих армий это не так принципиально, так сказать. Вот. Это самое, люди из Сучинского района, так сказать, из соседних районов в основном разбежались. Вот. Иностранные журналисты много народу не увидели.
А что касается зданий, то в принципе украинцам была важна красивая картинка, они ее получили. Они захватили территорию, ничего особо не повредив. Вот. Но когда дело дойдет до обороны, обеим сторонам будет как бы в достаточной степени это все равно, что там будет происходить с зданиями. Тем более, что на кону куда больше заселенные территории, большие города. Там вот сейчас ВСУ дали Новогродовку, как бы 20-тысячный город, практически без боя, да, так сказать. Ну, что там будет происходить непосредственно в ходе событий, мы сейчас не знаем, поскольку вот украинская армия демонстрирует некую новую тактику отступления, которая у нее была раньше. Ну, Украина также занимается информационной пропагандой, как и Москва. И вот мы видели эти кадры, захваченные земли в Курской области и людей, которых там показывают. Ну, к ним нормальное человеческое отношение, по крайней мере, по картинке видно, что там нет конфликта с местным гражданским населением. Вот вы верите в эту картинку или это для специально приглашенных журналистов, в том числе западных, чтобы, ну, продемонстрировать... Да, какая-то разница в отношении гражданского населения. Я могу сказать, что сейчас, в принципе, телефоны с видеокамерами есть у всех, без исключения граждан. Если бы на улицах валялись трупы, так сказать, или в домах валялись трупы, мы бы уже имели картинку за 3 недели. Вот. Но поскольку этой картинки нету, так сказать, то значит не валяются. Ну, мы можем сравнить с тем, что происходило в Арпенской агломерации, да, где сразу как бы после захода российских войск такие картинки начали попадать еще до того, как появились видео оттуда из Бучи. Вот, поэтому я думаю, что как бы значительных жертв там нету, и информация там о тотальном расстреле, который распространяет российская пропаганда, является фейком. Вот, во всяком случае, никаких видеодоказательств, фотодоказательств этого нет. В Украине запретили церкви, связанные с Русской Православной Церковью. Так страна хочет избавиться от московских чертей и агентов ФСБ в рясах. Пишите вы в своей статье на эту тему. Какой эффект от этого решения? Ну, пока никакого, тем более, что есть большой временной лаг, кроме некоторого раскола внутри фракции «Слуга народа», да, в Верховной Раде, так сказать, в результате, что депутат один убежал просто из Украины. Вот. Но в целом, как бы, сейчас там сложная ситуация, там, возможно, УПЦ будет переходить под юрисдикцию Вселенского Патриархата в качестве самостоятельного субъекта. Вот. Но это большая проблема, которая станет большой международной проблемой, поскольку международное сообщество поддерживает демократическую Украину, а не Украину, где царит политический произвол и нарушение прав верующих. Напомню, что Папа Римский осудил это решение. Вот, на ваш взгляд, это адекватная была реакция Папы Римского или он не должен вмешиваться в такой процесс? Но кроме Папы Римского осудили, например, глава Англиканской церкви, осудил Всемирный совет церквей. Вопрос, он очень конкретно интересуется, комиссия Конгресса США по международной религиозной свободе. Вот. Ну, кто, так сказать, там, часть православных церквей осудила. Вот. Это прямое грубое вмешательство в юрисдикционные дела, в права верующих самим себе определять, кому они там будут экономически подчиняться. К отношение к проблемам безопасности это напрямую не имеет. И, собственно, как бы никаких доказательств, что УПЦ является как бы как структура угрозы национальной безопасности, так и не было представлено. Николай, спасибо вам за беседу. Моим гостем был историк и религиовед Николай Митрохин. В январе этого года три страны Балтии – Латвия, Литва, Эстония и Польша – пришли к соглашению укрепить свои восточные границы. Все дело в продолжающейся войне в Украине и угрозах, исходящих от России. Например, в Латвии вдоль границы с Россией уже сейчас местами можно увидеть бетонные противотанковые сооружения, так называемые «зубы дракона». Но смогут ли зубы балтийского дракона остановить захватнические импульсы Кремля? В вопросе разбирался Илья Козин. Контрольно-пропускной пункт Терехово-Бурачки, граница Латвии с Россией. Круглые сутки здесь стоит очередь из дальнобойных и обычных автомобилей.
вперед, практически ничего не двигается. Тигран – один из застрявших. Мужчина направлялся на свадьбу друга, но не судьба. Я говорю, вот дедушка, бабушка, они тоже две сутки почти стоят. Я говорю, я уступлю. Да. Нет. Я говорю, почему? Ведь у нас так не принято. Я говорю, а какая тебе разница? Промедления на КПП стали обычным делом после российского вторжения в Украину. Если и до этого отношения стран Балтии, в частности Латвии, с Россией были напряженными, то теперь и вовсе враждебные. Ощущая российскую угрозу, власти страны более интенсивно стали укреплять границу. По дороге в Терехово на обочине мы заметили бетонные конструкции пирамидальной формы. То, что вы видите сейчас вокруг меня, это результат договоренности между тремя странами Балтии и Польши о создании общей линии обороны вдоль границ с Россией. Чуть больше, чем полгода спустя на приграничных территориях Латвии стали появляться вот такие железобетонные конструкции. В народе известны как «зубы дракона». Зубы дракона, также известные как противотанковые надолбы, размещают, чтобы во время войны задержать бронемашины и танки. Но главная задача размещения подобных сооружений в приграничье – это удержание, как тут говорят противника, читая России, от нападения. Конечная цель заключается в первую очередь в сдерживании. Сдерживание любых замыслов проникнуть на территорию нашего государства. И вторая главная цель – это дополнение к уже существующим линиям обороны. Размещение этих средств дает нам дополнительные преимущества перед потенциальным противником. Мы сможем остановить его на некоторое время, повлиять на ситуацию в этот момент. Мы в Зилупе. Это самый восточный город Латвии. Всего лишь в 5 километрах отсюда находится Псковская область Российской Федерации. Население Зилупы всего лишь 1271 человек. Мы встретились с этими людьми и поговорили с ними о том, каково им живется в приграничье и что они думают насчет укрепления рубежей. Ну, для чего вопрос, во-первых, да? Во-вторых, пустая трата денег, огромных денег. Нагнетают вот эту, наверное, озабоченность насчет России. Ну, жаль только одно, что народ уезжает, уменьшается количество жителей здесь. А приграничье, я считаю, что должно быть наоборот. Я считаю, что границу нужно укреплять не только такими способами, и другими тоже. Я считаю, что да, опасность существует, и она должна быть максимально уменьшена. Ну что люди? Люди особо не волнуются. Думают о том, что может случиться. Не особо волнуются. Здесь другие проблемы. Стоматология и так далее. А это Каспарс. Мужчина живет в латвийском портовом городе Лепае. Самый восточный город страны приехал впервые за 35 лет навестить могилу родственников. Укрепление границ поддерживает. С нами рядом нехороший сосед. Ничего хорошего от него ждать не стоит. Меня еще здесь немного шокируют советские памятники и все остальное. В Лепае ничего такого больше нет. Латвийская армия не планирует ограничиваться одними только зубами дракона и противотанковыми ежами на границе с Россией. По словам полковника Рексца, планируются закупки дополнительного вооружения. Не секрет, что в рамках этого проекта рассматривается также приобретение артиллерийских систем, систем минирования, дополнительная закупка противотанковых мин. Также планируется приобретение сенсоров. В настоящее время зубы дракона размещают на более чем 20 временных площадках по всему приграничью, откуда их потом будут развозить по периметру границы. Армия также планирует увеличить численность личного состава в регионе с помощью дополнительных 3000 срочников. Другими словами, вооруженные силы готовятся к худшему. Чего не скажешь про встреченных местных жителей. После разговоров с ними складывается впечатление, что вопрос укрепления границы их интересует намного меньше, чем то, как попасть на прием к врачу в другом городе или где найти работу.